Привет, ребята. Да, ребята, всем хай-ду-ду, всем привет. А пользуюсь случаем и хочу в этом видео сразу обратиться к моему топовому донатеру, причем подчеркиваю, к настоящему донатеру, потому что у лорда, к сожалению, развелись фейки, которые порочат его имя, и от его имени пишут на стримах, и не только на стримах, всякие гадости. Поэтому, уважаемый лорд, вот, в связи с тем, то, что ты мне 2 марта 2023 года на стриме задонатил 500 рублей, и что же ты попросил? Вот что лорд пишет. Серега, хай, как дела, молодые, спрашивает. Отлично все. Кстати, в Додо Пицца появилась новинка. Подчеркиваю, не сэндвич, а дэндвич, а то люди путают некоторые. Дэндвич. Вот, с ветчиной и сыром. И чоризо барбекю. Давай супер обжор на эти два дэндвича сделаешь. Здоровье. Вот. И буквально на другой день я пошел. Вот, подтверди, что я пошел, да, с тобой даже. Да, да. Пошли мы в Додо, зашли. Там я даже специально. Вот смотри, лорд, вот это сделал скриншот. Вот это вот. Посмотри, лорд, уважаемый лорд. И не только лорд. Вот видишь? Подошел к этой кассирше, к девушке, и сказал: вот, девушка, мне нужно вот это и вот это. Будьте любезны, она такая стоит, не поймет, в чем дело. Да, вот я серьезно говорю, смотрит. Ой, вы знаете, у нас такого нету. Я говорю, как это нет, а почему тут информация, это что получается, не актуально? Она говорит, я не знаю, у нас в Додо нету. Думаю, фиг с ним. На другой день я не смог. У меня там дела, там всякие семейно-бытовые туда-сюда, или там всякие тоже заказы, обжоры, сами понимаете, да, что такой блогер. Вот, ну, думаю, фиг с ним. Через несколько дней, короче, схожу, думаю, в другое Додо. Но другое находится очень далеко от меня. И я думаю, а есть ли вообще смысл туда ехать или идти? Думаю, короче, решили сегодня позвонить. Не позвонить, а это заказать на дом. Доставку, короче, сделать. Ну, там нельзя, чтобы доставка была бесплатной. Там надо еще что-то купить. Например, вот эти взять два дэндвича, да, и, например, бутылку воды. Тогда будет. Ну, короче, все, форму эту заполнили, все туда-сюда. Короче, нельзя. Нельзя даже на дом заказать, да, нельзя. Да потому что нету в меню. Потому что в меню нету. Так что вот так вот. Но я такой человек, я, как говорится, можно сказать, очень честный, и у меня есть совесть. Я вот когда еще, ну не специально, ну по пути, если буду ехать, вот на Братиславскую там или куда-то еще схожу, может быть, там у них есть, но нет гарантии то, что у них там это будет. Поэтому, лорд, извини. Вот, я сделал все, что мог, поэтому вот это отпадает пока этот обжор до лучших времен. Если смогу, то если найду, сделаю. Ну, видишь, даже на дом нельзя было это заказать. Поэтому так вот, не обессудьте. Так, ладно, все, спасибо, да, за донат. И это вот, потом 8 марта 2023 года, тоже извини за ожидание, потому что на следующий день у меня день рождения, как бы это время затянулось, я не смог сразу это записать, но вот твой фанат, мой фанат, задонатил мне 350 рублей, огромное тебе спасибо, я тебе привет воздушный пламенный передаю, спасибо за 350 рублей. И что он спрашивает? И снова хай, легенда. Легенда меня назвал. Ну, это слишком, блин, я не знаю. Легенда. Я думаю, что такое легенда? Загуглил, почитал, чуть с ума не сошел. Ну, какая я легенда? Но огромное все равно спасибо. Это очень круто и приятно. В KFC очередные новинки. Меню чили-чизбургер и чили-чиз-айтвистер-чили-чиз. Если тебе будет слишком остро, рекомендую воспользоваться прохладительным напитком. Предлагаю попробовать русскую версию Кока-Колы. Ой, не стал брать, не люблю Кока-Колу, зубы свои берегу, потому что вычитал и знаю то, что в ней очень много сахара содержится. А вот, ну вот сегодня, короче, 14 марта, извини за ожидание, но лучше поздно, чем никогда. Пацан сказал, пацан сделал. Поэтому твой фанат, мой фанат, вот еще они тепленькие. Вот как ты просил, вот из KFC. Вот смотри, вот они в таких черных... В такую черную бумагу они заворачивают. Тут написано темный бургер. Но это, конечно, не темный бургер, понятно. Так. Вот такие вот они, короче. Так. Сейчас, секундочку. Так, знаешь, получается, это бургер чили у нас. Чили это острое. А это айтвистер. Ну, понятно, тоже он должен быть острый.
так это все выглядит. Все будем пробовать начинать. Да, если хочешь, без разницы. Давай из этого, с бургера. На Вартисовской тоже нет. Да ты что, серьезно? Ну я сейчас открою. Вот так. Вот, я не знаю, то ли это какая-то шутка. И вообще, вот напиши, пожалуйста. Ну, конечно, раз я это оглашу, люди будут нехорошие гадости писать, вводить других в заблуждение. Им лишь бы был бы повод придраться. Все дело в том, то, что, может быть, даже это и не лорд. Потому что лорд, он вроде как никогда ничего не просил, в принципе. Он так всегда донатил. Ну, ладно, не обессудьте, конечно, я... Думаю, все равно, что это ты. Ну, просто как такое вообще возможно? Или, хотя, может быть, ты и сам, лорд, не знал, да, что такое. Ты, наверное, зашел на сайт, тоже увидел эту информацию, как бы, ну и решил мне сделать приятное. А в итоге, видишь, оказалось, что нельзя это вот купить даже на месте там, да, и тем более на дом заказать. Поэтому, в принципе, и ты тут не виноват, и я не виноват. Поэтому, если уж как-то по какой-то, может быть, удачной случайности, если получится... купить, я обязательно сделаю, но, наверное, ничего не получится, поэтому извини, конечно. Ты на районе еще посмотри. Да, ты на районе еще посмотри, может быть, да, пусть даже холодно, неважно, купи холодное, я тебе деньги сразу отдам. Лишь бы только отстали, да, то скажут всякую ерунду. Вот так вот, короче, это выглядит, чили, вот такой бургер, это из KFC, ну, выглядит, слушай, аппетитно выглядит, смотри, мой фанат, огромное тебе спасибо, вот так это, слушай, я такой даже впервые, ты такой пробовал когда-нибудь? Нет. Это что такое сверху непонятно? Это что, сыр у них такой, что ли, там? Я не знаю, очень аппетитно выглядит, очень красиво. Жаль, конечно, ну, времени нет это все фоткать, но не буду фоткать. Давай, короче, как-то надо. Возьму этот пакет, убери отсюда. Так, надо, короче, нам его разделить напополам. Там что получается? Так, сейчас посмотрим. У меня руки чистые, только сейчас мыл. А, там грудка вот такая вот. Ну да, сочная. Вот смотрите, ребята. Вон там это, типа, такая вот панировка, кляр, а салат там, соус, помидоры. Это должно все быть острое, вот. Такое впервые, кстати. Ну, падает это, да, капуста там, или что это, ничего страшного. Да, это капуста, слушайте, капуста тут. Не капуста, а салат, что ли, листья, как она называется. Как жестко режется. Жестко делается все. Да. Спасибо. Да не за что. Да. Вот так вот это выглядит. Вон там какая-то грудка или что там? Это грудка, да? Да, курочка. А, вот. Уже почувствовал такую. Пока еще легкая острота. За твое здоровье. Мой фанат, у меня тоже падает, да, ничего. За твое здоровье, мой фанат, твой фанат. А, вот, острое. Но, не знаю, как тебе, ты же не любишь, он не любит острое. А я-то, в принципе, люблю, но то, что вот я до этого пробовал, помните, мне задонатили там какую-то лапшу корейскую, там вообще, не знаю, такая, блядь, острая была, то, что я даже в туалет не мог сходить. Но это тоже, да, в принципе, острое, довольно-таки очень, довольно-таки сильно. Для тебя особенно, наверное, а? Но меня именно такое просили, это же новинка, тем более. Да-да. Но, в принципе, очень это вкусно. Единственное только, мне кажется, вот эта избыточная острота, она немножечко, во всяком случае, для меня немножечко, притупляет вот эти вот вкус, например, вот эти вот замечательные грудки из KFC. Хотя, может быть, я ошибаюсь, не знаю. Был такой интересный момент, когда мы вот вместе зашли в KFC. Ты заказал какой-то бургер, не помню какой, обычный, да? Шеф-бургер. Шеф-бургер. И такой обрадовались, все купили, пошли на улицу, такой он достает, откусывает. А тебе это подсунули как-то, каким-то образом, то ли ошиблись, острые. Угу. Ну, менять он не пошел, потому что уже откусил. А хотя, как бы, если он меня откусил бы, он бы... Нет, почему, можно было поменять. А, можно было поменять. Ну, не пошли, короче. У меня просто времени не было уже. И он мне половину, короче, отдал, я схавал, то и ты вроде съел, да, там все. Ну, острые, конечно. Вот скажи только честно, тебе такие вещи не нравятся, да? Острые? Да. Не, есть можно. Ну, ты считаешь, вот как у них там есть ее? В KFC есть... Я не знаю, пробовал ты в то время, именно назывались что-то типа какие-то эти
Стрипс или крылья? Крылья острые. Вот у них крылья острые вообще жесть. Там... Еще острее, чем это? Да. Да. Мне кажется, да. Ну, а так в целом очень вкусно, сочно, мяса много, реально. Очень вкусно. Ну, остро, да. Особенно у меня немножко горлышко, ну, побаливает. Я простудился накануне. И мне вот тоже. Эта острота дает о себе знать еще больше. Угу. Меня уже даже трясти начинает. Это надо не колой, как ты написал, мой фанат. Молоком. Молоком, да, именно. Или этим кефиром можно. Ну, только горло. Да, острое. Очень острое, но не смертельно. Терпимо. И то это для меня терпимо. А у кого-то может быть на это аллергия, кстати. Человек даже может задохнуться. Салат очень вкусный этот. Хрустит вообще обалденно. Сочно. Булочка вкусная. Вкусная? Да. Ну, он очень сытный. Мне кажется, ты бы, если бы один бы съел бы этот весь, мне кажется, ты бы это наелся, да? Сытный. Я бы один не съел бы. Да ладно. Но он же острый. А, из-за того, что острый? Да. А, еще ладно. Тебя еще вот это ждет. Тоже острое. Вот это будет как один большой. А ты что, уже поднял там это? Да, я где там просил. А, это чистый по вчера. Да, ну что он там валялся чуть-чуть. Так, ну что, переходим. Как называется? I Twister Chili, да? Точно. Верно подмечено. А тут написано темный бургер. Кто не знает, подумает, что там темный бургер завернут. А, ну вот. В принципе, I Twister я пробовал. Мне раньше нравился, знаешь, какой там твистер у них назывался? Твистер Джуниор. Вот. Твистер Джуниор, горячий в KFC, сочный-сочный, очень курочкой внутри. Это они еще такую песню. Так, положи такую. Так, ну вот так вот это выглядит. Такая вот штучка, я не знаю. Как будто там ребенок. Вот, знаете, вот ребенок родится, его сразу пеленают под... Что-то вот похоже на такое, как будто запеленали. Да, спасибо вот за салфеточки. Так, мой фанат, еще раз тебе привет. Фу. Мне прям горло полыхает. А, здесь даже вот так вот. Вот из трех она состоит. Вот. А, вот я даже покажу, я же должен показать. Вот я развернул, вот так это выглядит. Да, я же должен все это показать. Вот видите, как там внутри, ребята. Вот так вот внутри. На такой вот пите лежит. Это не пита, а типа лаваша, что ли, типа, я не знаю, как это правильно. Я не знаю. Не, лаваш-то. Лаваш, да? Да. Конечно, что-то сейчас все делить. На самом деле, делить вот такой айтвистер, это смешно даже. Жаль, что я не могу показать, как я делю. Ну, вот так вот я делю, короче, вот видите, вот так вот беру просто. Ну, весу не режут. Ой, сейчас я испачкаюсь, но ничего, ладно. Любой кап... О, вот так отлично. Так, ничего там лишнего нет. Ну вот, все поровну, в принципе. Вот. Так, ладно. Теперь что, мы заворачиваем вот так, и что получается? Ну только так, иначе как? А как иначе-то? Держи только, чтобы ничего не вывалилось. Я постараюсь. Давай. Так. Спасибо. Да не за что. Было бы за что. Да. Тем более ты такие вещи не любишь. Это острое все, как нарочно. Терпимо. Терпимо. Ой, а тебе помидоры... Будь здоров. Да, спасибо. Тебе помидоры попали? Что-то не как-то, знаю. Как-то я... Наверное, нет. Я не знаю. Ладно. Так, вот, за твое здоровье. Да, Мэдисону тоже привет. Вот, да, спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо, мой фанат. Так, ну что, пока я еще не понял, острый он или нет, потому что до этого очень был сильно острый. Поэтому мне это уже может казаться не острым. Но... Ну, вкусно так, да?
Угу. Да. Все вываливается. Правда. Ну вот из-за того, что мы до этого бургер от айчили, как он называется, все путаю, уже это не кажется. Чили-чиз. Но мне кажется, все-таки тот острее, чем это. Мне кажется, да. Ну и ладно, перекусили. Спасибо, мой фанат. Еще раз тебе привет от меня. Такая вот дегустация. Ну, в принципе, я не знаю. Спасибо, твой фанат. Спасибо, мой фанат. Мой фанат, твой Но фанат. Мне почему-то нравится больше все-таки во вкусной точке, а? Новинки. Сегодня такие приходим в KFC. И это... Чуть не офигели, когда увидели, ни один терминал там не работает. Вообще ни один. Их там, я не знаю, сколько, штук 5-6. Вообще все это выключено. Может, там что-то ремонтировали, делали, может. Я не знаю, с чем это связано. Ну, что ты можешь сказать по этому? Что тебе понравилось больше, первое или вот это? Мне понравилось, что твистер менее острый. Менее острый. Точнее, да. Меньше поставить, я не знаю. Да, мне кажется. А может, потому что тот бургер перебил все рецепторы, а? Может быть. Ну, а так, в принципе, какую бы ты оценку поставил вот, по пятибалльной шкале вот из этого всего общую? Ой, общую. Я не знаю. Четверочку, наверное. Четверку, да? Ну, не потому что... Я даже не знаю, просто четверка. Я даже без объяснений буду. Вот за это два мы сколько отдали? 298, да? Угу. Ну, короче, 300 рублей. Ну вот все, в принципе. Не знаю, по-моему, оценивать, ну, вот эти. Не, айтвистеры, бургеры, по оцен... ну, по шкале что-то как-то сложно. Ну вот если сравнивать вот этот айтвистер с бургером вот сейчас, мне бургер больше понравился, даже несмотря на то, что он очень острый. А твистер чуть-чуть... Бургер сытнее. И вот такие вот мне твистеры не особо нравятся, вот эти вот сейчас новинка. Мне вот нравилось раньше у них, вот назывался Твистер Джуниор. Мне обычно нравится твистер. Ну вот, да. Тебе надо? Он побольше и повкуснее по мне так. Поэтому такая вот концовочка. Я хочу в конце еще раз обратиться к лорду. Лорд, спасибо тебе за 500 рублей, уж не обессудь, так получилось. Не ты в этом виноват, не я виноват, никто не виноват. Я сделал все, что мог. Попробуем найти. Попробуем найти, но не факт, что найдем. Найдем, обязательно сделаем. Главное, что мы чисты. Вот совесть чистая, все по-честному. Таша, вот не обессудь. Все, всем пока. А ты только жди. Жди, жди, жди. Да, точно. Как там песня, все же забыл. Ой, я уже не помню, что-то там. Дожди там что-то еще спит. Дожди, дожди, ты только жди. Косые дожди, дожди. Та-та-да. Короче, за окном дождь идет. Так что так, вот такая вот весна непонятная. Снега еще много. Это в Москве много, а в лесу там, наверное, бля, наверное, по самые эти. А вот, ну все, твой фанат, спасибо. Ну, в принципе, да, я не знаю, своих денег это стоит, не стоит, но... Ну, уже острота уже не ощущается, уже она быстро прошла. В принципе, съедобно, попробуйте, вот. Так что вкусно было, да, вкусно. Но бывает еще вкуснее. Я, наверное, во вкусной точке. Хотя, хер знает. Нет ничего лучше и вкуснее домашней еды. Поддержи, пожалуйста. Согласен. Да, все. Во всем знайте меру, и будет вам счастье. Абсолютно во всем.